Братан, я этот, в общем, у меня машина дома сломалась. 4 электрика позвал, пришли, они посмотрели, что-то не могли сделать, жесть. Потом сантехник, 2 сантехника пришли. Сантехники зачем? Ну, чтобы машину посмотреть. Потом они тоже не смогли сделать. Она не заводится? Не включается, братан, она. Потом... Не заводится? Ну, не включается, в общем. Не включается скорость, она не заводится. Ее жукаешь. Нет, братан, она не включается вообще. Вообще повернул ключ и не, эти приборы не. Не, кнопка же там. Ты ехал. Ехал. Ага. Потом остановился, как она заглохла? При каких обстоятельствах она заглохла? Ты домой приехал на ней. Нет, я из дома, короче, на другой машине, нормальной машине поехал. Почему она не включается? Ты на ней ехал или... Давай по машине разберемся. Ты на ней ехал, приехал, поставил, на следующий день не заводится она или что? Не включается. Там какой ключ? Там этот, кнопка, братан. Он не включается вообще. Ни туда, ни сюда вообще. Я и так старался. Ну, это есть? Фары горят, не горят? Там фары нету, братан. Что за машина такая? Стиральная же машина. Ha ha ha!